Успешно завершена посевная кампания в хозяйстве Полоцкое, это в Кизильском районе. В прошлом году здесь валовый сбор зерна составил 28 тысяч тонн. Нынче, увеличив зерновой клин, здесь намерены добыть зерна побольше. В хозяйстве уже год как работает австрийский колбасный цех с убойным отделением. Скота забивается много, а для восстановления поголовья и строительства новых свиноферм необходимы и зеленая масса, и фуражное зерно в количествах огромных. Вот почему сеяли в этом сезоне с особым тщанием, только в дневное время и в крест. Поля центрального отделения – это больше половины посевных площадей всего хозяйства. Когда мы снимали эти кадры, бригадам оставалось положить в землю семена однолетних трав. Главная работа была завершена. В этом году, как никогда, весна ранняя. На моей памяти я сам здесь местный человек, и механизатором работал, и инженером завматомы, уже 10-й год работаю и директором. И такой ранней весны, чтобы мы 3-4 числа апреля в Полоцком хозяйстве, ну, в ТО или там совхоз выехали, на закрытие влаги не было. Это было в 75-м году также вот? Ну, там было так же, но тогда было по суше, и все-таки там попозже выехали. А в этом году весна очень ранняя. Вот даже посмотрите на деревья. Березы к этому времени только обычно только начинали распускаться, а это уже полностью лист. 11 мая, а березы у вас? Да, лист сформировался. Ну, пока влаги, я считаю, вот бы достаточно еще, пока она есть. Я считаю, сроки не упущены. И если, конечно, кто-то нам пошлет дождя, то все-таки урожай какой-то будет. Ждем дождя каждый день. Может, мы его привезем? Пожалуйста, давайте. После вас, чтобы сегодня в ночь был дождь.